Когда ведут не по-русски, то идут напролом. Самара. Машины остановились перед железнодорожным переездом. А шофер КамАЗа решил проскочить. Рискнул своей жизнью и жизнями десятков пассажиров электропоезда. На этот раз всем крупно повезло. Санкт-Петербург. Машины встали на красный, а «Газель» — нет. Объехала всех справа и ударила женщину. Прямо на зебре. Телезрительница Татьяна видела, как газелист выскочил из кабины и начал ругать пешехода. Мол, не смотрела, куда шла. А значит, сама виновата. Сейчас увидим. На светофоре горит красный. А вот и газель. И едет напролом. Хорошо, что женщина отделалась легким ушибом. Рязань. Лада летит на красный свет и таранит «Жигуль». Машины разлетаются в стороны, а пешеходы бегут в рассыпную. Водитель был пьян. Телезритель Денис едет по пустой дороге, и вдруг из-за припаркованных машин появляется старушка с клюкой. Семенит в неположенном месте. Твою мать! Повезло бабушке. Денис успел вырулить. Стали свидетелем аварии? Увидели что-то необычное? Передавайте привет программе «Водить по-русски». Подмосковные Химки, перекресток улиц Панфилова и Калинового проспекта. Вот бараны, сами не едут и другим не дают ехать. Привет, «Водить по-русски». Смотрите, запоминайте и правил не нарушайте. Чем больше торопык, тем больше аварий. Угнинск. Зеленый замигал, и водитель седана торопится переехать перекресток. А наш телезритель Дмитрий остановился и увидел, как один торопыга таранит другого. Пробка в подмосковном Нахабино. Водитель легковушки поторопился из нее выскочить и сбил мопед. Теперь пробка будет еще плотнее. Оренбург. Велосипедист спешит переехать по зебре. Легковушка тоже спешила. Очень опасный салют устроили торопыги. Машина резко поменяла ряд и подрезала попутку. Водитель ушел от удара на встречку и получил в лоб уже там. Женщина за рулем возмущается. Вот скотина! Какой номер? Никто из пассажиров не запомнил номер провокатора. А регистратор запомнил. Вот он, номер. Некоторые водители уверены. Правила для того, чтобы их нарушать. Пермь. Иномарки и «Газели» оказалось тесно на одной дороге. Делят. Водитель иномарки ломится в кабину грузовичка. Газелист отмахивается дубиной. Пошла рукопашная. В воздухе мелькают ноги, руки и бита. Кто кого? Зрители пытаются образумить бойцов. А тем сейчас не до разума. Бойцовский клуб посреди дороги. Санкт-Петербург. Седан резко перестроился в крайнюю левую полосу и задел внедорожник. Обидчика с двух сторон зажали водитель и пассажир. После удара в стекло шофер седана вырвался из коробочки. Далеко не поехал. Тут же резко сдал назад. Люди успели выпрыгнуть из-под колес, а внедорожник получил вмятину. Хозяин седана газанул и покинул место схватки. Подольск. Такси и легковушка стартуют на красный. Через пешеходный переход. Таксист выехал на встречную полосу через двойную сплошную. Неравнодушный водитель пускается за таксистом в погоню и фиксирует его нарушение. Еще один выезд через двойную сплошную на встречку. На красный свет и по зебре. Водитель нагнал таксиста во дворах. Впереди тупик. Можно вас на секундочку? Вы сейчас проехали два раза по встречке. Два раза на красный сигнал светофор. Вы адекватны сейчас? На красный светофор? Да. Потому что клиент его вызывал. Мне карапуса поехал. Водитель вызывает полицию. Таксист угрожает. Что, вызовем ДПС. Я тоже сейчас вызову свои.
ДПС знакомая. И посмотрим, как получится. И дальше как получится. Ну, давай посмотрим. Давай. Нахальный извозчик интересуется, есть ли видеозапись его нарушений. Регистрация есть? Да. Есть. Покажи мне свои регистрации. Зачем? Я ДПС покажу. ДПС покажешь? Да. А ты на них работаешь? Нет. А что тогда тебя вызываешь? Ты не человек? Потому что ты дважды нарушил на лишение прав. Ты тогда въезжай в город, везде кто нарушил. Ты почему на меня кричишь? Что, послушай. Наглый таксист еще и пьян. Слушай, вызывай, от нее алкоголь несет, я чувствую. От меня, что ли? Да. Еще раз нюхай. Вызови, все, походу бухой. Дожидаться полиции таксист не стал. Снял с крыши машины плафон с шашечками и ушел огородами. Пешком. Здесь рядом. Ну, давай, давай, счастливо. Вскоре таксист вернулся, перепрыгнул на машине через бордюр и угнал по газону. Все данные на невменяемого водителя передали полицейским. Поехал в эту сторону. Через несколько дней таксист сам нашел водителя-активиста и начал бравировать. Вот права видишь? Ты думал, у меня права, что ли, будут лежать? А чё, я тебя поймаю. Лихой таксист с большой дороги. От такого всем клиентам надо держаться подальше. Водитель ты, пассажир или пешеход, веди себя по-русски. Свердловская область. Пассажир снимает ребенка, который вылез в окно по пояс из попутной машины. Да, когда она сейчас вывалится, да? Или оттуда... Вот как едут. Кто смотрит? Отец девочки точно не смотрит за ребенком. Жмет на газ. Наш телезритель Эльдар хочет догнать машину. А пассажир советует не догонять безалаберного папашу. Надеемся, что с девочкой ничего не случилось. Водитель автобуса не открыл заднюю дверь. И пассажир занервничал. Водитель на свист не реагирует. Тогда мужчина пытается открыть дверь сам. Хорошая дверь, не открывается. Вот средняя дверь открыта. И супруга просит разгоряченного мужа. Пассажир условно вожжа под хвост попала. Он идет разбираться с шофером. Тот оправдывается. Знаете, что я сделаю? Ты же открывай, гидравлика отказал. Отойди. Гидравлика отказал, что ли, а? Гидравлику давай. Супруга пытается прекратить скандал. Вове до людей дела нет. Супруга предупреждает. Пьяный мужчина пошел на принцип. Пьяный пассажир начинает видеосъемку. Маршрут 21. Остановка 11. У автобуса справа задние двери. Кто в этом виноват? И тут мужчина неожиданно снижает градус разговора. Извини, конечно, самой. Шар, дым, поганый. Пьяный пассажир на прощание пожимает руку шоферу и, наконец-то, покидает салон автобуса. Да уж, закуски у гражданина, видимо, было мало. Казахстан. На трассе Шымкент-Ташкент вертолет сопровождает свадебный кортеж. Очень низко летит. Этой свадьбе дороги было мало. Она и небо прихватила. Будет что вспомнить воздушному хулигану после свадьбы. В полицейском участке. Санкт-Петербург. Из двора вылетает хэтчбек и ныряет в окно между машинами. Прямо в кроссовер. А вот и рикошет в троллейбус. Отвечать за двойную аварию водитель не хочет. Вышел, закрыл машину и ушел. Водитель недоумевает. Да, пошел. Они летят по городу и сами для себя опасны.
Мурманская область. Седан вошел в поворот, зацепил обочину и врезался в кроссовер. Удар вырвал мотор и отбросил в кювет. Вместо машин развалины. А ведь знаки предупреждали лихача. Впереди крутой поворот. Подмосковье. Машины мчатся по шоссе. Телезрительнице Марине надо ехать еще быстрее. И она подгоняет водителя попутки. Шофер пропускает. Бортовой компьютер предупреждает. Перед Мариной перестраивается седан с лодкой на крыше. Он тоже превышает, и встречный поток воздуха сдувает груз. Повезло Марине, что не накрыло лодкой. Рога, копыта и хвост. Вот их водительские документы. Киргизия, Бишкек. Пассажир удивляется. Просто бегает. Ой, блин, смотри, на девочек чуть-чуть. Корова сбила, прикинь, да? Смотри, она как скачет, а? Да ну что за корова? Видит? Уже все внимательно смотрят. Только это не корова, а бычок. Отвязался и мечется по дороге в центре города. Блин, не сбей ее! Не сбей ее! Водитель знает, что делает. Он хочет поймать скотину, не выходя из машины. Мне надо на его это... Ненавидеть. Вот так наступить. Да она насрет сейчас тебе на машину. Ой, насрала уже. Видите, как его поймал? Ловкий шофер наехал колесом на веревку, и бычок теперь как на привязи. А тут и полицейский подоспел. Под удар копытом. Не надо так к ней подходить, бедный. Он уже, наверное, сейчас поломает. Вторая попытка. Она на него, смотри, как смотрит агрессивно. Она сейчас тебе копытом пробьет этот машину. До пробоин дело не дошло. Полицейский ухватил веревку. Да. Бедный пацан. Я помог ему поймать. Да бедный пацан, она уснула. Видишь, смотри, она копытами бьет. Посмотри. Финита ля корида. Китай. 5 страусов на приличной скорости бегут по скоростному шоссе. Как они на него попали? Сбежали с птицефермы. Забег продолжался 50 километров. Полицейские с трудом поймали крылатых марафонцев. Волос белый, ум короткий. Где тут связь? Саратов. Седан повернул и притер попутку. За рулем дама. Женщина осмотрела повреждения на своей машине и решительно пошла разбираться. Здрасте. Куда едем? Да и вызываем, или свою вину осознаешь? Я свою вину? Сейчас, секундочку. Отлично. Давайте вызывать тогда. Своя вина. Дама снова не смотрит на дорогу и едва не попадает под колеса. Уже как пешеход. Краснодар. Иномарка подрезала машину нашего телезрителя и ударила по тормозам. Ты что, овца, что ли? Зря кипятится водитель. В иномарке его не слышат. И даже спасибо не говорят за то, что не получили волшебный пендель в задний бампер. Они едут поперек. Даже назло себе. Барнаул. Водитель иномарки полез поперек трамваю, и Евгений предсказывает будущее. Сейчас, да, на. Вагон дал не сильно, но легковушке хватило. Видел? Эксклюзивное видео от сотрудников ГАИ Красноярского края. Трасса М-53. Водитель грузовичка включил сигнал поворота, начал поворачивать, в зеркала не посмотрел. А в крайней левой полосе попутка была. Великие Луки. Телезритель Олег подъезжает к перекрестку и не успевает увернуться от «Жигуленка». Выскочил со второстепенной. Машину Олега занесло, но он смог остановиться до припаркованных автомобилей. Минимизировал, так сказать, ущерб. Береженого все бережет. Пензенская область. Телезритель Антон едет за автоприцепом на безопасной дистанции. И правильно делает. На спуске прицеп под завязку, груженный досками, начинает гулять и ложится на бок. Ой,
Антон не торопился обогнать грузовик. Поэтому и машина его осталась целой, а не превратилась в груду дров. Новосибирская область. Пешеход вышел ночью на трассу. Под машину. Водитель в шоке и сам себе задает один и тот же вопрос без ответа. Не успевает закончить вопрос, а на пешехода налетает еще одна машина. И еще одна. Четвертая попытка с трудом смогла объехать трижды сбитого пешехода. Австралия. Легковушку занесло на хайвее. Водитель автобуса увидел это издалека. В салоне два десятка пассажиров, и шофер тормозит аккуратно. Легковушку развернуло поперек дороги, и видно, водитель зажмурился, ожидая удара. Но автобус остановился в сантиметре от легковушки. Крупно повезло. Обнинск. Кроссовер останавливается перед зеброй, потому что на дорогу выходит ребенок. Телезритель Дмитрий останавливается рядом. Мальчишка бежит и едва не попадает под колеса иномарки. Нарушитель даже не притормозил. Не по-русски это. Это точно было? У нас все записано. Красногорск. Внедорожник сдал назад и подбил седан. Тот уткнулся в кроссовер. Водитель жмет на газ и таранит припаркованный микроавтобус. Протащил его несколько метров и поехал дальше. Взбесившаяся машина делает круг по стоянке, утыкается в иномарку и срывает ее со стояночного тормоза. И даже не останавливается после этого. За рулем неуправляемой машины был 70-летний дедушка. Старик перепутал педали и за 19 секунд покалечил 5 машин. Плюс свою. Краснодарский край, город Темрюк. Длинномер медленно выезжает на перекресток под пушечный выстрел. Спутница телезрителя Василия удивленно спрашивает. А почему он так? Жарели от давления. Василий осторожно объезжает охромевший грузовик и видит, к кроссоверу тоже прилетело. На кузове след от взорвавшегося колеса. Что, попало мне что-то? Ну, там ребенок сидел. Ехал водитель с семьей на курорт, а попал под обстрел. В кадре у телезрителя Сергея настоящий тазик. Так ездит на тазиках. Развалюха с тазиком под задним диском стартует. Тазик на тазике, да? Москва. Иномарка пересекла двойную сплошную, ударила легковушку и продолжает ехать по встречке. В лоб кроссоверу. Разворот от удара. В кроссовер влетает малолитражка. Малютку отбросило на выделенную полосу, и таксист едва не попал в этот замес. Что это было? Виновник аварии уснул за рулем. Московская область. Нива сбросила скорость у железнодорожного переезда. Не помогло. На рельсах машина потеряла задний мост и рессору. Шофер Нивы тоже удивлен. Внедорожник скончался на железной дороге. Стали свидетелем аварии? Увидели что-то необычное? Передавайте привет программе «Водить по-русски». Смотрите, запоминайте и правил не нарушайте. Чем больше выпил, тем отчетливее бред. Полицейские остановили машину. Водитель вышел, закрыл замок и начал нагло врать. Вот ты настоящий. Не я за рулем, не моя машина, я пусть. Дошел до лишения прав. Самара. Патрульный приказывает водителю остановиться. Право, нет, водитель остановился, но из машины не выходит. Выйди на секунду. Выйди сюда. Завтра пожалуйста. Алкоголь сбой в машину. Ну потому что запах завтра стоит алкоголь с машины. В салон. Вот, а девушки. Ну будьте добры, сейчас пройдете приборы, все. Не
Вы выйдете с машины, вам говорят. Иначе физическая сила будет применена. На таком основании, столбины. На таком? Я? Да. Имею полное право не выходить из машины. Правильно? Вы не хотите выходить или не можете? Я не хочу. Что не можете? Полицейские вежливо помогли водителю перейти в патрульный экипаж. Ну, человек, а вы в трезвом состоянии находитесь? В абсолютном. А почему-то запах алкоголя исходит от вас? Ну, я не знаю, почему отходит. А зачем вы за руль садитесь в нетрезвом состоянии? А я не садился. Вы не ехали? Нет. Стояли? Да. Я понял. А так выпили, да, маленько сегодня? Нет. Мы за вами катались там минут 15, наверное. Ну, я не знаю, за кем вы катались. Мы стояли. Вы стояли. Подписывать свое вранье в протоколе парень не желает. У него даже своя версия всей ситуации есть. Я ничем не управлял. Хорошо, я вас понял. Вы согласны проехать в поликлинику или нет? Нет. Давайте мне видеофиксацию. Где, что и как. Сейчас посмотрим, оценим. Понятые посмотрят, оценят. Я ни в чем не буду расписывать. Все, спасибо. То есть вы отказываетесь, правильно? Да. Не стал подписывать протокол, но все равно остался без прав и без машины. Не проще ли было вызвать такси и продолжить вечеринку без приключений? А не ломать пьяную комедию перед инспекторами? Ведь машину надо вести по правилам, а себя по-русски. Ваш регистратор включен? Тогда счастливого пути!